бухтели. Она с сыном, у нее Андрей сын, то я, ну, сыну, ну сколько, 34, может быть, 33. Ну, сегодня утром его видели, вот соседи. Говорят, что он утром уходил на работу. Где он работает, мы не знаем. А оттуда, как начался пожар, вы не видели? В окошко увидел, треск услышала. И вот там начиналось. Вот прям, знаете, в такие, факел такой высокий сразу же. И треск, это, шифер. А здоровье женщины каково было? Значит, она лежачая, у нее с ногами был там непорядок. И вообще она лежала в последнее время. Ну, понимаете, у них проблемы всегда были с газом и со светом. Мы думаем, что у них что-то вот с этим связано. А проблема что? Проблемы у них, они за газ не платили, и у них отключали газ. Вот, а потом говорят, что они говорили, что у них газовый котел сломался. И со светом, я так думаю, что если газа не было, значит, они топились светом. Но мы к ним не могли заходить, они никого не пускали. А вообще семья была как благополучная? Асоциальная. Вы не вытаскиваете? Да, все там, повторяю, непонятно. Смотри только. Я мать там. Слышь, там больше никого не было. Мать, в другой комнате, кто здесь? Женщина с сыном жили, но женщина сгорела, она не ходячая была. А семья вообще была благополучной? Нет, очень неблагополучная. А в чем выражалась? Ну, вели себя, выпивали, курили дома. А, то есть выпивали оба, и мать, и сын? Да, да, и мать, и сын, да. А какие-то беспокойства совсем доставляли? Доставляли, драки были, пьянки, ну, как семья, кошей. А к ним гости какие-то приходили? Ходили и гости. Постоянные гулянки, милицию не раз вызывали. Так что да. Жалко, но. А сын работал? Нет, не работал. Не работал, да? А вы, ну, видели непосредственно, как пожарный участок? Да, да, мы пожарные вызывали. Вон сын хотел даже залазить ее, вытаскивать оттуда. Ну, очень быстро сгорелось, да. Вон сам сын ее. Да. То есть сгорел моментально? Моментально, вообще быстро. Не знаю, минут, наверное, 10 вообще, все сразу, треск и все, за окон, все. У них там не было ни отопления, ни света, ни воды, ни газа. Они отапливались какую-то там, я не знаю. Свет тоже его отключали, да? А? Свет тоже отключали им, да? Да, приезжали не раз, и приставы приезжали, у нас спрашивали, где отключить, где у них. Я говорю, я не знаю, где у них там. У них газа ничего не было, они обогревались там чем-то своим.